А в семье и подрядные организации восстанавливают дороги за свой счет. Все благодаря народному контролю. Сотрудники прокуратуры создали в социальных сетях одноименную группу и стали ежедневно получать от жителей фотоснимки с разбитыми улицами. Вот выяснилось, что все эти участки ремонтировались 2 года назад, и на них имеется гарантия. Ролан Машпиев – один из активных блогеров. Он ежедневно фотографирует разбитые дороги и выкладывает в соцсетях. Благодаря его бдительности подрядчики за свой счет начали восстанавливать дорожные покрытия на 2 улицах. Это участки, которые находятся на гарантированном обслуживании. Надо жителям просто активно участие принять. Если они хотят что-то изменить, надо активно участвовать, а не просто сидеть и критиковать. Вот критикуешь – предлагай. То есть должны предложения быть. Как это улучшить и так далее. Призвать подрядчиков к ответу удалось благодаря контролю со стороны прокуратуры. Ежедневно на их страничку в социальных сетях поступает до 5 обращений от неравнодушных жителей. Сотрудникам надзорного органа удалось обойти почти все проблемные участки и определить причину разрушения асфальта. В основном дренажные сооружения, канализационные люки у нас имеются в центральных районах города. А вот в таких микрорайонах там отсутствуют дренажные сооружения. И в результате накопления непосредственно на дорогах, на асфальте воды, талых вод, они, получается, разрушают асфальтовое покрытие. Все, в ходе прокурорского контроля удалось выявить, что до окончания гарантированного срока асфальт рассыпался на 24 городских улицах. Руслан Шакабаев, Анатолий Тернов, берег Жабалайулы, Семей, Хабар-24.